Здравствуйте! Хочу поделиться идеей вкусного и сытного завтрака. Все очень быстро и просто. Мне необходимо яйца, ветчина, сыр, молоко, ну и, конечно, мои любимые приправы. Пряные травы с морской солью, смесь перцев и оливковое масло. Вначале взобью яйца с молоком. Добавлю пряные травы с морской солью. Здесь и петрушка, и тимьян, и базилик, и майоран. Немножко перчика. Включаю сковородку и нагреваю ее. Наливаю немного масла оливкового. Выливаю половину смеси. Жарю, как обычный блинчик. Переворачиваю на другую сторону. Кладу ветчину. Столько же сыра. Заворачиваю конвертом. Переверну на другую сторону. Даю сыру немного растаять. Все, готово. Украшаем помидорами, огурцами, немножко петрушки или укропчик. Завтрак готов, пробуем. Аромат приправ, сыр тянется. Очень легко и просто. Желаю вам приятного аппетита!